Новошахтинский почтамт, на первый взгляд, самый обычный. Кажется, что таких в России много. 40 отделений связи, 330 сотрудников. Почтамт сегодня – целое бюро услуг в одном лице. В Международный день почты мы беседуем с начальником Новошахтинского почтамта Валерием Ивановичем Деминым. Валерий Иванович, скажите, пожалуйста, на сегодняшний день Новошахтинский почтамт какие услуги оказывает? Ну, сейчас можно практически, начиная от коммунальных платежей, оплатить на почте, пользование сотовым телефоном, налоговые платежи, фотоуслуги. Интернет предоставляется на федеральном уровне в отделениях связи, особенно в сельской местности. Валерий Иванович, из чего складываются доходы почты? Прежде всего, это денежный обмен, это коммунальные платежи, почтовый обмен, письменная корреспонденция. Торгуем, предоставляем, особенно в селе востребована торговля необходимых хозяйственных товаров. Подписка. А как решаются проблемы с кадрами? Новый генеральный директор в ГУП «Почта России» пришел, молодой, энергичный, господин Страшнов Дмитрий. Значит, пакет документов по повышению зарплаты, насколько нас ставят в известность и доводит информация до нас, доводится, идет вопрос о повышении заработной платы. Во всяком случае, сейчас, однозначно в этом году, должно быть повышение основному производству. Это почтальоны и операторы. Соцпакет полный у нас есть. Имеется свой институт связи, политехникум связи. Перспективы есть. И молодежь мы просто приглашаем как бы к себе. Тем не менее, работники не жалуются и, несмотря на трудности, выполняют свою работу качественно и добросовестно. И их старания не оказываются напрасными, так как в работниках почты нуждаются многие люди. Профессия эта не только трудная, но важная и востребованная. В наш век современных технологий достать информацию, казалось бы, уже не составляет никакого труда. Но многие предпочитают традиционные способы для ее получения, так как считают, что самым надежным и проверенным источником является почта. А какие задачи на сегодняшний день стоят перед почтой? Повышение качества, уровня обслуживания. Чтобы на нас, наши уважаемые, в основном пожилой контингент людей, чтобы на нас не обижались, не жаловались. Вот эта проблема есть, ведь не совсем укомплектованностью штата, она есть, к сожалению. И вот я хотел бы обратиться к населению, должным образом понять нас, так сказать. И вот я думаю, что в ближайшее время мы эти вопросы будут решены. Ну и самое время поздравить всех с праздником. Хотел поздравить себя, своих работников, наших дорогих пенсионеров, которые у нас получают пенсию, подписываются у нас. Они основной у нас контингент по подписке. Как говорится, дай Бог им здоровья, себя и всех их поздравить с нашим праздником, пожелать всем крепкого здоровья, удачи, успехов, всего самого доброго всем. Новошахтинский почтамт – это 5 маршрутов протяженностью 595 километров. В составе почтамта 40 отделений связи, и все они работают для вас.